коллега пристал с дудочкой. Наверное, сейчас это видео только. Хотел поменять его часы Casio на дудочку. Дудочка, давай. Он сказал, что она стоит $100. Вот теперь он ему играет, да? А, это ёлки-палки. No money, money no. Нет, money много не хочет. Не хочет, не хочет. Жарко, плохо, устали. Ходим. Поменять часы. А, часы поменять, круто. Давай меняй. Угу. Меняй. Во машинке. Чё ты, я думал, ты увидел. Всё. Большой машин. Большой машин. Нету машины. Его зовут Олег. Да? Да, меня зовут Олег. Олег? Как зовут? Олег. Олег, Олег. Олег, Олег. 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 Муслим ты? Нет. Олег. А, Олег, Олег. Они Г не говорят. Я понял. Мальчик, девочки нету тут? Вот, девочки. Вот он, нет, мальчик, девочки. Такой девочки. Нет. Такой маленький. Нет. У нас вот такой. А, большой, говорит, большой, есть большой, большой есть. А ты говорил, нет, нет. Есть, маленький, ты сказал маленький, он говорит, нового. Побег. Не, не вижу. Он вот сюда, вот. Мальчик есть? Мальчик есть. Вот так подай. Мани нету. Да нет, менять не будем на часы. Где наш таксист, а? Куда таксист ушел? Ничего меня. Ничего. Ничего, пошли домой. Да пошли домой, такси нету. Куда уехал? Да. Ореша, где наш таксист? Он проехал. Ну, по-честному говоря, вот тут мы вышли, прям вот тут, вот на этом пятаке. И еще сказал, вот тут он, да-да, и стал разворачиваться вон на то место. Ну, так показалось, что машина проехала сейчас, но там народ сидел. Может, он еще раз метнулся? Да я тебе говорю, он может метнуться, скажет, полчаса, и то, как мы сказали, он может и не понял, может, думает, 33 часа. Он как-то по-русски не очень хорошо понимал. А как, пешком идти?